Чуть больше недели остается до начала учебного года и около полутора месяцев, в зависимости от погоды, до начала отопительного сезона. Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и учебных заведений обсудили сегодня на заседании антитеррористической комиссии. За безопасность электроподстанций, объектов газа и энергоснабжения отвечает специальное подразделение Росгвардии. Проверки могут иметь плановый и внеплановый характер. Выявляются нарушения в части оснащения охранной сигнализации, тревожными кнопками экстренного вызова. В этом году проведены 9 проверок, составлены 6 административных протоколов. Сейчас в настоящее время по некоторым объектам даже информацию, как в целях принятия дальнейших мер, направляем в органы прокуратуры. Что касается безопасности школ и детских садов, в этом году на эти цели увеличено финансирование, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. 85% объектов образования оснащены системами видеонаблюдения. Периметральные ограждения имеют все детские сады, школы и профессиональное образование, образовательные организации. В 2018 году на выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций из консолидированного бюджета республики направлено 55,5 миллиона рублей. В 2017 году эта цифра была 30 миллионов рублей. За парты в Чувашии в этом году сядут более 137 тысяч детей, из них 15 тысяч первоклассники.